Дыхание. Правильное вокальное дыхание – это фундамент и залог хорошего вокала. Называется оно нижнереберно-диафрагмальное дыхание. Как понять и научиться этому дыханию? В этом нам помогут специальные упражнения. Зажмите себя двумя руками в области талии. И через нос резко делаем вдох в живот и потом резко через рот его выпускаем. Так, чтобы дыхание раздвинуло ваши руки. При этом плечи и грудная клетка должны быть расслабленными. Они не должны двигаться и не должны подниматься. Сама диафрагма у нас находится приблизительно в области солнечного сплетения. И при вдохе она поднимается, немножко поднимается. При выдохе опускается. Вы можете так, как я, попробовать вдохнуть и выдохнуть. Еще очень важный момент. Нужно вдыхать параллельно в спину, приблизительно в область почек, лопаток. Так вдыхать, чтобы вы тоже почувствовали, как дыхание раздвигает ваши руки, как рука уходит вперед. То есть спинка должна дышать. И этот вдох... Весь правильный вдох нужно делать одновременно. Сейчас переходим к упражнению номер 2, упражнению на дыхании. На 4 счета вдыхаем воздух в диафрагму, в живот, потом на 4 счета задерживаем, потом выдыхаем на 4 счета и снова на 4 счета задерживаем. Счет мы приравниваем приблизительно к секунде. Не дышим. Выпускаем на букву S. Выпустили. Не дышим. Хорошо, сделали. Упражнение номер 3. На 2 счет резко вдыхаем воздух в диафрагму, фиксируем и на 8 секунд медленно выпускаем. Выглядит это так. Раз, два. Теперь то же самое делаем на 10. Раз, два. Следим всегда, чтобы буква S была ровненькой. 2 на 12 секунд дальше. Раз, два. Следите, пожалуйста, за корпусом, чтобы плечи и грудная клетка не поднимались, чтобы они всегда были у нас в расслабленном состоянии. 2 на 14. Раз. Два. Вам нужно сделать это упражнение до 22, то есть 2 на 22. Если у вас
сначала не получается делать это упражнение так долго, делайте его, например, до 12 или до 10, как вам получается. Потом переходите на больший интервал.